Кого-то грохнули и... не забрали? Похоже на то. Так, сейчас надо вспомнить, где я тут посеял свои сумки. Это лучше помнить. Это чтоб давно было. Давно не правда? Прикольно, как боты стреляют. Сзади за километром стреляют, сзади за тобой в стенке такая ровненькая. Ты все в одну точку так. Да, вот такие вот, которые в одну точку все сажают. Это либо минус броник, либо сразу круг. Попадет в грудак или в башку. Хедшот. All weapon specialists rank 4 and above are required on sub levels 8 and 9. Execute extreme caution. Research specimen is on the loose. Так, где этот умер? Тут что ли? А, похоже. Оп, 2800. Нашел свое. Рад. Ты уже забрали или еще не приехала? Не знаю. По-моему, в Wetlands тоже было. Проб должен был быть. Жесткие боты. По-моему, за ней люди. Да, игрок возле меня. Одного убил, второго убил, и третий есть. Команда из трех, а там две команды из трех. И третьего убил. Второго. Забирай. Кого мы там опустили? Кентар, Эйдолон Рейдж и Шэдоу. 1900. 1200. Две тысячи восемьсот. А все так меня, типа, где он? Я тут ботов, типа, убивал. И слышу так, знаешь, легкое такое тынк-тынк, и это колечко, знаешь, которое, типа, как у альпинистов. Тынк, звон такой. Тынк, когда ты иногда идешь там. Прикольно, это все слышно, оказывается. Я такой, крадется кто-то, смотрю, о, пушка торчит. Потом слышу другого, стоит в полный рост. У нас третья команда из двух состоящая. Все, четыре команды. Все объединились. Погнали. Рвать их. Мальчик козлов. Правда, мы сейчас самые сладкие булочки по 6 косарей из брата. Мы сейчас на ботах отдадимся. Да. Потому что я тут где-то еще умер один раз. Ну, правда, там не так много было уже. А, может, они подобрали, конечно. Я, кстати, 50-й поднял. Так, ладно, я перехожу в Wetland. Тут вот. А. Ау! Убили? Я убили, возможно, игроки. Мортов, да. Интерлайсте. Блин, сволочь. Внизу там. Индастриал центр. Я попал в джангл. Ты, может, останешься тогда там, попробуешь? Ну, да. Наказать их за это. Мне правда до сих пор не снайперки. Вот реально без шансов было.
услышать откуда, увидеть откуда. Вспышки нет. Нет, вечером иду. А игрок меня стреляет. Серьезно. Это хорошо. А дроп нас возле меня. А я перехожу в Атлумс как раз. У меня есть снайперка. Стрельба. А, так тут уже ничего нет. Wetlands. Улетел на столочек. И кто-то игроки пришли. Где, в индастриале? Да. Одного завалил. Вижу второго. Сверху. Вот это ты как раз лорда Медиокра убил, который да, меня завалил. Да, второй сверху. Пусть его прикрывает. Попробую к тебе пробраться. Тут же я пробраться. Второго. Это вся команда. Она из двух состоит. А, груз еще есть? Да. Не успею собрать, он открыл, только я убил. Подожди, пока по тебе еще я приду, да? Блин, мне сняли сьют. Я бы их зафармил. Две что-то там было. Мне бот тут харасит. А ну я недалеко. Нифига себе, вы шутите, блин, сверху, а вот уж на жердочке мне еще пас. Здрасте. Ну, а поднять не дадут? Ага, тут. Это через стекло, типа? А они... это бомбой. Одно хорошо, когда ты всю команду завалил, даже если они вернутся, мало что сделают сразу. Им надо оружие там. Мосту. Он вниз. А, вышли, вышли, вышли. Дверь на кэньон. Так что сваливай эту дыру. А ты живой? Я рядом, рак. Если бот? Не-не-не, это игроки стреляют. Я рядом и вот там, на N. N, N, B. Работает снайпер. Ай, ай, ай. А вон прямо по курсу. Н, тебе бежит. Поверну к тебе из ангара. Ай, ай, он в ангаре. А, понял, так, да? Вижу. Не попал. Одного. Я у меня за стенкой перезаряжается. Да-да-да. Я сейчас прибегу к тебе. Может его завалим, оставишь его? Убил обоих сразу же. А, у них, наверное, нихуя особо нет было. Ну, да, все равно я давай возьму.
Двоих завалил. Убить. На выходе еще один был. Откуда на выходе? Кеннин. Ну где ты сказал первый раз? Ага, вот я оттуда же и выхожу. Сейчас 700. Проверим, как это работает. Ты появился. Да, открой, есть. Открой за собой дверь. Открой, видишь, да, открывается сначала, да. Так, есть что-нибудь подобрать? Да, я никого не собрал. Вон, тут первый. Там второй. Attention. Supply drop on route to resort. ETA 5 minutes. И на той стороне. Attention. Supply drop on route to Subarctic. ETA 5 minutes. Ну еще и Subarctic? Да. Это бот, скорее всего, был, который я звонил. Это он меня стоял сверху расстрелял, зараза. По-моему, это был несчастный такой, который случайно попал под горячую руку. Так, ну что делаем? Где Subarctic? Subarctic Resort. Subarctic — это наверх, Wetlands. Пошли наверх.